Ajanulammita bhujau kanaka bodhatu Sankirtanai kapitaro gamala yathaksho Vishambaru dijavaru yugadharma palo Bande jagat priyakaro karuna bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Surair Bandito Dibba Rupam Bhuktin cha muktin cha dada sinitam bhavan rupe na sada naranam ganga taranga ramaniya jata kalapam gauri nirantara vibhushi tobam bhagam narayano priyamananga madapaharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Bhagi Sajusho Badane Lakshmir Jasacha Bakshashi Jasyastehide Sambhit Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare, Hare. Durga me pathi me andhasya skhalat pad gati ramahu. Shakipa jashti dane na santaha santu avalammanam. Durga me pathi me andhasya skhalat pad gatir muhu Shakipa jashti danena Shantaha santu avalammanam Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru said that Vaishnavas are our only support. Гурджи Гоштипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупада сказал, что Вайшнава – наше единственное прибежище, Вайшнава – это наше единственное, кому нужно поклоняться, единственный объект поклонения, поскольку Бхагаван и Вайшнава – это одна единая, неотличная, нераздельная татва. И поэтому используется это в единственном числе. Гаудия Гоштипати, Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамхамса Джагадгуру сказал, то, что Парамхамса Гуру Вайшнава, они наш поклоняемый объект, самый поклоняемый объект в нашей жизни, даже больше, чем Бхагаван. Гуру Вайшнава. They are our only support. Наше единственное. We are helpless. Who is Bhagavan? Надежда. Кто? Бхагаван. Где Бхагаван? Where is Bhagavan? Где Бхагаван? Можете ли вы показать мне? Nobody can show. So Vaishnavas are our only support. Vaishnavas, they are our only support, only. Вайшнава — наша единственная поддержка. Я никогда не завишу ни от чего. Кто-то зависит от денег, от еще от чего-то, но я не верю. Когда вы поверите, что Гуру Вайшнава — наше единственное прибежище в нашей жизни, тогда вы сможете начать ваш баджан, когда ваш ум, когда вы достигли успеха
по милости Гуру Вайшнава, когда вы удачливы в том, чтобы отвлечь внимание своего ума от материи, когда вы сможете внимание своего ума отвлечь от всех материальных вещей по милости Гуру Вайшнава, то тогда вы по-настоящему сможете стать умиротворенными. Такой покой Прения Шанти может быть только у Гуру Вайшнавов. Никто не может сказать, что они по-настоящему умиротворены. Только у Гуру Вайшнава. No material contamination there, no attraction, nothing, repulsion, nothing. Влечение к чему-то или отвращение, оно должно быть в этом материальном мире, но происходит, и мы не можем избежать этого, у нас нет достаточной силы, чтобы избежать всего этого. Мы привлекаемся к чему-то или отвращаемся, нам противно быть где-то, или наоборот, нас тянет куда-то, но мы должны избавиться, стать беспристрастными к тому, что нас привлекает, или нам противно то, что отвергаться. Ну, то, что неприятно нам. Люди одного склада ума. Похожие люди, они привлекаются друг к другу. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, люди одобряют, люди они поддерживают, одобряют, им нравятся люди, их уровни, их склады ума, их природы, это естественно. Как говорят рыбак рыбака, видите, издалека или ученые, может узнать ученую. Если кто-то попадает под влияние тамагуна, то они теряют связь с миром Вайкунтхи. Если тамагуна и раджагуна, влияют на кого-то, они не могут поддерживать связь с Бхагаваном до тех пор, пока они не поймут, что Гуру Вайшнава — это единственное прибежище в нашей жизни. Если мы поймем, то это то, уже в этой жизни мы сможем достичь Вайкунтхи. Шрила Прабхупад Парамхамса Джагадгуру сказал, это обязанность Гуру Вайшнава, чтобы избавить нас от нашей обусловленности. Множество анарт. В нашем сердце. They are going to help you to cut bondage and come. И вот Гуру Вайшнава пытается помочь нам избавить нас от всяких привязанностей и негатива, для того, чтобы мы смогли осознать трансцендентно. И в этом природа Гуру Вайшнавов, они не могут терпеть. Ну, им сложно смотреть, когда кто-то живет и не видит ничего духовного, живет обычной материальной жизнью. Гуру Вайшнава, они хотят помочь таким людям из сострадания. Они хотят спасти нас. Standing with one cutter, you know, cutter short to cut your anartha. Yes. И вот они. Standing with one short cutter to cut your anartha, like in Kali Puja, you know. Подобные. Kali Puja, Durga Puja, you know. Those goats, they are being sacrificed in front of Devi. В общем, они подобные людям с острым оружием, которые могут избавить нас от анарт. Мы чувствуем беспокойство, думаем, что нам не нужен Бхагаван, отпустите нас.
Это естественно, что многие боятся как привидения. Если мы хотим найти, помочь как-то привидению, чем больше мы пытаемся, тем больше это привидение боится. Оно боится нас. И в этом природа таких привидений, этих бутов. И Кришнадас Кавирас Госвами тоже говорит. Когда бесы завладевают нашим сердцем, такие люди бесноватые, они ведут себя по-другому, их характер меняется, привычки, поведение. Бесноватый, в общем. Это необычно. И вот Кришнадас Кавирас Госвами приводит такой же пример. Обусловленные души, они в этом их такое плачевное состояние. Но Гуру-Вайшнавы они ждут. Что здесь под словом меч подразумевается? Это татва сиддханта, острые слова сиддханты, которые могут своей силой избавить нас от всех проблем. Это меч. Знания. С помощью этого знания вся наша обусловленность, все анархи, оно выходит из нашего сердца. И вот материалисты, это не философия. That your bondage is like trees, all branches going down. Affinity for mind, affinity for material, samsara, affinity for something, all different roots going down. And it is going to make your, make your rigidity underground. You cannot get free. So it is the duty of pure Guru Vaishnava to make you free. И вот обязанность Гуру Вайшнава, чтобы защитить нас от невежества, чтобы оно не пустило корни и не проросло в нашем сердце. Если кто-то в форме Гуру Вайшнава, он дурит людей, не дает правильной информации, не говорит правды. Если кто-то в форме Ачарья, Гуру Вайшнавов, не говорит правду, а пытается, как говорить, какую-то полуправду, препятствует духовному росту людей, покрывая свои какие-то корыстные мотивы. И если такие люди дурят население, это нельзя назвать Гуру, это враги. Вы будете говорить, говорится об этом, Шрила Прабхупада говорит, что такие люди, они враги, а не гуру. Если они дурят вас, и как же сказать, что это гуру? Он наш враг. И вот Гуру Вайшнавы, они не чувствуют влечения ни к чему мирскому. Они не чувствуют никакого влечения, поскольку они чувствуют влечение к лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху, Гауранге или Кришне. И поэтому Baba speaking. Vaishnavas are less interested to get asa sangha. Previous one or two days, никогда не заинтересованы в никакой аса санге. Вот пару дней назад я говорил, что мы должны гарантировать сатсангу на своем пути. Мы должны стремиться к ним, мы должны сделать все, чтобы.
Oh, Maharaj, there was 15 days I went there, big sadhu came. Knowingly, unknowingly, вот осознанно или неосознанно наша сатсанга, она приведет к нас к обусловленности. Мы должны развить такой уровень сознания, чтобы понять разницу между сатсангой и асатсангой. Может выглядеть это одинаково или похоже, вроде все шахрани похожи внешне, но если говорить правду, такую голую правду, в соответствии с учением Шрилы Бхактивинода Тхакура, вот в нашей жизни мы много чего сделаем, но не все знают, что они делают именно. То, что мы делаем, это наш баджан или нет? Признак баджана — то, что вот, служит нашему духовному продвижению. Если это не баджан, то стоим на месте или тянет нас назад. И вот природа обусловленных душ. В общем, мы должны наблюдать за собой. Двигаемся мы куда-то или стоим на месте. Вот мы можем посещать какие-то мероприятия Нагар Санкиртана, если мы уверены, что там присутствуют чистые преданные. Если их нет, то это просто какое-то материальное мероприятие. И те, кто совершает эту санкиртану, особого блага не получат, и те, кто слушает, то тоже. But you don't lie. There should be pure Vaishnava. Otherwise, you can go participate, but you can lose your bhajan. You can participate, take at all. It is not Mahaprasad. I answered many times about this all secret things. Anyway, our Gauranga Mahaprabhu, what to speak about satsanga? We are thinking how to do satsanga. And Sriman Mahaprabhu himself wanted to get satsanga. И вот что такое сатсанга. Сам Шриман Махапрабху стремился к сатсанге. И вот он Бхагаван. Сам Бхагаван Сочетание Махапрабху, он Кришна. Кришна Чайтанья. Я могу привести множество примеров без сатсанги. Кришна не может. И вот Харидас Тхакур, он наслаждается милостью Махапрабху, поскольку нам и нами, имя и сам Кришна, имя Тхупа Госвами, вот в этой шлоке говорит, что имя более милостиво, чем сам Господь, имя Господа. И это правильно Сиддханта говорить, что Харидас Тхакур, он Намачарья, значит, он лучше. Он лучше из Ачарьи. Он, как Махапрабху провозгласил, что Харидас Тхакур, он Намачарья. И вот Харидас Тхакур говорит: «О Прабху, не прикасайся ко мне, я падшая душа». Махапрабху говорит: нет, я должен прикоснуться к тебе, чтобы очиститься. Очень полезно изучать Бенгали, Гуру Махарадж говорил.
перевод Кашрашона, если читать оригиналы, это более вдохновляюще. И вот это очень прекрасный, красивый язык. И Шабда Браман, Махапрабху говорил на нем это. И вот Махапрабху говорил, что почему я прикасаюсь к тебе, знаешь ли ты, поскольку та чистота, те прекрасные чистые качества, их нет во мне, ты очень чист, я хочу прикоснуться к тебе, поэтому я хочу очиститься и осветиться, поэтому я прикасаюсь к тебе, а ты почему беспокоишься? Много чего хочу сказать, но времени мало. И вот сегодня Ананта Четурдаша. Сегодня день ухода Шрилы Намачарья Харидас Такура. Я хочу утвердить, на основе чего вы можете понять, что такое Тринадапи. Тринадапи – это не какая-то ложная философия. Хотя те, кто видели Шрилу Бхакти Прамод Пури Девгасвами Махараджа, Бхакти Ракакшида Девгасвами Махараджа, они знают, что это, какое практическое значение Тринадапи. Они думают, что мы никто. Они по-настоящему думают о себе так. Очень смиренно. Не думают, что они беспомощные. Хотя весь мир приходит, чтобы поклониться им, чтобы обрести милость от Гопад Падмы, он думает, что никто и ничто. И вот тут наш жена спросил меня, они хотят меня отвезти во Вриндаван, но как я туда поеду? И сказал, у нас самолет, билет купим. И сказал, что билет дорогой, у меня ничего нет. Я засмеялся. И вот я вспоминаю, что говорил Гурупад Падма. И вот он был очень смирен, даже кто-то критиковал его, сказал, что он Каништа Бхакта. Какие-то преданные пришли и сказали, что вот тут Ачарья сказал, что вы Каништа Бхакта. Почему вы плачете, беспокоитесь? Я думал, что у меня нет никаких качеств. По крайней мере, он признал меня Каништа Атикари. Я думал, у меня вообще нет никакого Атикара. Почему вы плачете? Это его милость. Это невозможно. В те дни не было денег. Ну, это достаточно скромно, очень скромно жили. Гуру Махарадж, Шрила Прабхупада, все они ездили на электричках. Однажды один какой-то человек, очень беспокойный, положил голову, свою руку на голову Шрила Пури Госвами Махараджа, чтобы посетить. Человек очень беспокоился, разгневался. А Гуру Махарадж сказал, почему ты беспокоишься, он хочет благословить меня. Почему ты беспокоишься? Но это Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж. Когда какой-то таксист начал поносить Шрилу Мадхава Госвами Махараджа, он стал подобен огню, никто не видел его в таком настроении. Вот они, Вайшнавы, они беспристрастны. Они видят, хотят видеть всех в единстве, находящемся под руководством Шрилы Прабхупады и его учения.
Если мне что-то пишут, это не значит, что из-за вредности, из-за зависти нет. Они просто хотят помочь всем. И вот Харидас Такур, однажды Говинда, севак Шримана Махапрабху пришел, после того, как Махапрабху принял прасад, Говинда говорит: «О, приходите, примите прасад». И вот сказал, что не могу сегодня есть, поскольку Харидас Такур сказал, поскольку мое обетованное число кругов не повторено, поэтому он просто выразил почтение, взял частичку, почтил ее и сказал, что поскольку Махаринам не закончен, я не могу есть сегодня. И вот Махапрабху пришел, у него было такое правило, он ходил в храм Джаганнатха утром. И вот, приходя, и панды, то, что мы давали, Туласи Малу или еще что-то, и вот они пришли, чтобы встретиться с Харидас Такуром, это такое правило. Махапрабху, он шел к Харидасу, чтобы встретиться с ним, и после этого он давал какой-то просад. После этого Махапрабху шел по своим делам. Это такой распорядок дня у него был. Он дал такой обед навещать Харидас Такура каждый день. И вот он приходил, спрашивал: «О, Харидас, как? Как вы поживаете?» Да, и со мной все хорошо, но мой ум и тело, они болеют. И мой ум, мое тело, но не слушается меня, что случилось с тобой, я не могу повторять, закончить свое обетованное число святых имен. Почему ты так много внимания уделяешь этому? Сидда Махатма, можешь меньше повторять. Махапрабху сказал, что можно просто чуть меньше повторять. Ты намачарья. Ну, Харидас Такур сказал, нет. Но Харидас Такур пока не закончит свои три лакха, он даже воду не пил. Вот Сиддханту я хочу сказать, не обижайтесь, Намачарья — это титул. Мы можем сказать также в адрес Голокишор, Дасбабаджи Махараджи Рагунанда Гасая, или в адрес Шрилы Бхактивинода Такура, или Шрилы Прабхупады, или Бхакти Прабхупады Пури Дев Гасая Махараджа, не обижайтесь. Пытайтесь понять суть, поскольку не будучи намачарьей, никто не может быть ачарьей. Не будучи намачарьей, никто не может действовать как ачарья. Должно быть полное, непрерывное памятование, воспевание святых имен. Никто не может просто взять этот титул, нужно заслужить его. Если мы поймем, то все споры кончатся. Я могу пообещать, что только и только Намачарья Харидас Такур, он был, имел этот титул Намачарья, а другие такой титул не получали. Этот титул полностью принадлежал Намачарья Харидас Такура. И также в Шриле Прабхупаде нет, не может быть никаких споров на эту тему. Но если кто-то это не понимает, это, конечно, плохо, но что делать? И вот Харидас Такур говорит, что мой харинам не закончен, поэтому я еще не могу принять прасад. И вот перед Махапрабху он говорит, что мой ум и тело, в общем, проблема то, что не может повторять за состояние здоровья обетованное число кругов, но Махапрабху посоветовал ему повторять меньше, но
И вот Харидас Такур сказал: «О, Прабху, я думаю, вы скоро уйдете из этого материального мира. И, пожалуйста, я не хочу видеть эту лилу вашего ухода. Я думаю, что вы уйдете из этого мира, но я не хочу участвовать в этой лиле. И благословите меня, чтобы я ушел раньше вас, чем я хочу этого благословения». Махапрабху сказал: «Как ты можешь говорить так? Поскольку вся моя лила, вся ананда, санкиртана, все с вами, особенно ты, Намачарья, по вашей милости каждый знает славу Харинама, как ты можешь говорить так? И поскольку без тебя, как я могу жить?» И Намачарья Харидас так говорит: «Хорошо, не говорите таким образом, поскольку у вас много преданных, бесчисленное число, я очень малый, незначителен. Если какое-то насекомое умирает, то что толку? Мать Земля это потерпит и не заметит даже. Даже не обратит внимание на то, что если какое-то насекомое случайно умрет. Я подобен маленькому муравью. Если один муравей случайно умрет, то Земля даже не заметит. Пообещайте мне. И вот Махапрабху говорит: что вы ожидаете, все ваши желания Кришна исполнит. И вот Харидас Такур говорит: я хочу оставить этот мир, но перед вами я не хочу видеть лилу вашего ухода. Махапрабху одобрил это, и в следующий день Махапрабху пришел в Джаганнат Мандир, и в то же время так много преданных пришло к Махапрабху, чтобы посетить Харидаса, и Махапрабху обнаружил, что Харидас лежит и повторяет Харинам. И после этого Махапрабху начал санкиртану со всеми преданными. Начал Нама санкиртану с великим энтузиазмом. Начал танцевать, петь. И тем временем Харидас Такур молится Бхагавану: «Пожалуйста, приди». Махапрабху пришел к Харидасу, и он попросил: «Садись». И вот он сел. Харидас Такур посмотрел на лотосные уста Махапрабху, не моргая. И взяв лотосные стопы Сачитани Махапрабху, он поставил их к себе на грудь. Смотрите. И начал повторять: «Шри Кришна Чайтанья, Шри Кришна Чайтанья». И тем временем, повторяя «Шри Кришна Чайтанья», он оставил свое тело. И все преданные расплакались, Махапрабху также. Махапрабху плакал и взял тело, святое тело Харидас Такур, и начал танцевать с ним. Смотрите, любовь Бхагавана
к преданным. Если мы критикуем преданных, как Бхагаван может простить нас? Это моя просьба всем вам. Вайшнава аппарат Бхагаван не прощает. Другие аппаратхи может как-то еще простить, но Вайшнава аппаратхи не прощает. Вайшнава — это сердце Бхагавана, и поэтому Махапрабху взял тело Харидас Такура и начал танцевать с ним. После этого все преданные взяли Харидас Такура и унесли к океану. И там Махапрабху, сам Махапрабху они омыли тело Харидас Такура и сказал океану: и сегодня ты станешь лучшим местом паломничества Махатиртхи. И вот сегодня ты станешь великим местом паломничества, бесподобным. И все берут чаранамриту, его омыли, и эту чаранамриту все преданные взяли и выпили. И в итоге Махапрабху взял их в Сваргадвар, в Пури. И вот там они нашли подходящее место, где Махапрабху вырыли там яму, посадили Харидас Такура, и Махапрабху, он был первый, кто... И начали закапывать. Махапрабху дал первую горсть песка. И вот другие преданные тоже начали помогать закапывать, и вот они закопали, сделали это самадхи, какую-то изгородь там поставили, что в будущем кто-то построил самадхи маги Харидас Такура, чтобы это не случилось. И вот Махапрабху там сделал такой надгробие, холмик. И преданные продолжали воспевать святые имена. И Махапрабху, прославляя Харидас Такура, как человек, имеющий 100 лиц, и на каждое из этих лиц говорит о славе Верховного Господа. Вот Махапрабху такой пример привел, что он подобен человека сотни голов. Харидас Такура Намачари, по его милости, мы можем знать великую славу Харинама Прабху. Он Намачари. Махапрабху непрерывно говорит о славе Харидас Такура. И вот он проверил. И мы должны организовать праздник. И в итоге пошли в Джагнат Мандир, чтобы просить прасад. И вот они пошли к пандам. Те, кто продает прасад, они просили прасад, чтобы организовать праздник в честь Харидас Такура. Вот все панды дали все, дали столько, сколько нужно. You go, please. Then Sarugosai arranged so many prasada. Anyway, giving so many prasada. After that, big amount of, huge amount of prasada. Sarugosai bring with five people, five devotees. They are taking all prasada. And reach. И вот они принесли прасад к океану там. Все сели, и Махапрабху сказал, что я буду раздавать. И вот Махапрабху взял горшок и начал раздавать. В общем, давал, не жалея больше, чем могу съесть. Руки Махапрабху были большие.
Sarva Sri, you are unnecessarily giving. You are giving, nobody can take, you see. Anyway, because first of all, you will have to take, na? Nobody can take. So better you sit. I can with five people, five devotees, Sankar, Adi, I can, Gopinath, all like, we can dispute. You sit, please. Ну еще проблема была в том, что Махапрабху раздавал, но перед ним никто не осмелился начать есть, поэтому Махапрабху попросили сесть и начать принимать просад, поскольку до него никто не будет. И вот сели, вознесли джайадхвани всем. Махапрабху предложил потом чандану и гирлянду всем преданным. И после этого Махапрабху провозгласил, что Тирабхактичи для хода Харидастакура должны все соблюдать, те, кто пришли, помогли нести святое тело Харидастакура, те, кто принимали участие в омовении Харидастакура, те, кто засыпали самадхи Харидастакура, даже те, кто танцевал и пел в процессе санкиртаны, посвященной Харидастакуру, и даже те, кто ничего не делал, просто пришел на просад. Они все, им не нужно больше рождаться в этом материальном мире. Они все достигнут Кришны. Махапрабху обещал это. И в этом слова Намачарья Харидастакура. Если будем говорить о Намачарья Харидастакуре, его слова бесконечно. Я могу сказать несколько случаев, потом мы переключимся на другую тему, на день ухода Шрилы Бхакти Госвами Махараджа. И вот Харидастакура. You try to understand all Siddhanta like mathematics. Why I told? И почему я сказал, что апракрита шабда брама? In sankirtan, if there are apracita sadhu, then and only then outside people can get benefit. Вот в санкиртане участвуют настоящие саду, то тогда все обретут благо, как вот Намачарья Харидастакура повторял из три лака святых имен, он был подлинным саду. Лак он повторял тихо, один в уме, третий просим громко. You know the case of Benapole, Bangalore, Bangladesh border, where Харидастакура started doing bhajan. Сейчас это граница с Бангладешем, на стороне Индии это находится. Раньше была неразделенная Индия. И вот в то время, что случилось, Харидастакура начал совершать бхаджан, вы знаете, случай Рамачанда Кхана, кто совершил оскорбление в адрес лотосных стоп Харидастакура, послал какую-то проститутку к нему, чтобы показать публике, что Харидастакура бесстыжий. И вот на протяжении трех ночей она пыталась его соблазнить. Paying pranam to Tulasi, sitting in front of Haridas, speaking. Первый день комплимент ему говорила, сидела, ждала. Харидастакура сказал, хорошо, подожди. Мне тут не закончилось еще обетованное число кругов. До тех пор нужно подождать. That cross gone again, second day coming again, same thing. My name is not every day you speaking here. И вот ты говоришь, что what to do? My name is, but I see next day. Okay,
Еще, в общем, он потом сказал, что не успел обетованное число кругов повторить, поэтому подождите завтра. Еще ждала, завтра на 5 не успел, на третий день тоже не успел, но она сидела и слушала трансцендентный харинам, который исходил из лотосных уст. Хотя с такого и слушая этот святой харинам, все анардхи, все недостатки, все, ее сердце очистилось, все анардхи ушли, ее сердце стало чисто. И это результат слушания святых имен трансцендентного харинама. И вот после этого что случилось? И эта проститутка, она упала к лотосным стопам Харидастакура и сказала, что вот ее послал какой-то негодяй, рассказала, что к чему. И Харидастакура сказал, я знаю, и поэтому, чтобы спасти тебя. Я терпел, ждал. Я знал, что слушая харинам, твое сердце очистится. И вот она заплакала, и она решила принять прибежище лотосных стоп Харидастакура. И таким образом, такая проститутка с плохим характером, даже она обрела спасение, и это природа. Харидастакура мог уйти просто с этого места, очень просто мог взять и уйти. Он ждал, чтобы спасти ее 3 дня. И также, когда Майя-деви Дурга пришла, чтобы получить харинам от Харидастакура, он начал являть различные лилы, но в итоге она получила харинам от Харидастакура в Шантипуре, в Кули, на берегу Ганги. И вот я был там один раз в жизни, в Фули, в Шантипуре. Ну там в пещере не самое. И внутри этой пещеры была большая ядовитая змея. We don't know burning, we are feeling. Something there, some poisonous snack, but I don't think, I don't see any snack here. Ну вот если кто-то приходил к нему, жаловались на жжение какое-то, говорили, что там змея ядовитая. В общем, никто не мог приходить к нему, поскольку там из-за яда этой змеи тяжело было. И потом Харидастакура сказал змее, если ты здесь, в этой пещере, либо ты живи, я уйду прочь, либо ты уходи, я останусь, поскольку тут никто из тебя прийти не может. И вот Харидастакура повторил харинам и видел, змея проползает мимо, и вот она так проползла и ушла прочь. Поскольку по молитве Харидастакура, по молитве божественного преданного, даже змея, тигр, слона, и все остальные ее понимают. Я могу привести множество примеров, не один. Наш Расикананда Прабху говорит сумасшедшему слону, он был полностью сумасшедший. О, ты, как долго ты будешь свое сумасшествие выражать? Иди, садись. И слон пришел, сел перед Расикананда Прабху. Расикананда дал ему харинам в его ухо, и с тех пор этот слон стал великим преданным. Его звали Гопалдас, и всю оставшуюся жизнь он служил вайшнавам. Он приносил дрова.
ходил по магазинам, приносил то, что считал нужным, кто его остановит, на что. И вот и тогда, в последний момент своей жизни, он служил Вайшнавам. И Гурупадпадма говорил ему: сын, если ты любишь Бхагавана по-настоящему, даже если у вас нет враждебности никому, on the body of poisonous snake, Guru Maharaj used to say, still that snake cannot bite you. Guru Maharaj confirmed, if you have no enmity, then because Paramatma, Bhagavan is also sitting inside the heart, Paramatma, Сверхдуша, находится внутри каждого. Tiger cannot attack. Поэтому тигр не нападал на Джагнат с Бабаджи Махараджа. Балабадху Бхаттача тоже не нападал, хотя тигры были в лесу, но они не нападали на них, поскольку Махапрабху был с ними. И это подтверждено в Бхагаватам, что Кришна вездесущ, или Кришна Чайтанья Махапрабху, они вездесущи. Там, где они находятся, есть Вриндаван. Если Кришна Чайтанья Махапрабху или Мадхавинда Парипат или Джагаддас Бабаджи Махарадж где-то находится, там автоматически является Вриндаван. И какова природа Вриндавана? И вот здесь говорится. И вот Бхагаватам подтверждается, это природа Вриндавана. То, что там тигры, слоны. Эти как олени, все они играют друг с другом и не нападают. Я вот видел, обезьяна играла с теленком. И вот Бхагаватам говорится, и вот здесь очень глубокая сиддханта. Здесь, смотрите, великий Харидас Такур, его Тирабхавтитхи сегодня. Это невозможно для нас потерпеть боль, разлуки. Махапрабху сам говорит. Махапрабху говорил, помните последнее наставление Шримана Махапрабху. Махапрабху плача говорит. Кришна очень милостив, и по его милости я обрел милость Харидас Такура, но желание Кришны, оно не находится под чем-то контролем. И вот сам Махапрабху говорит, по беспричинной милости Кришны, он, я побрел, по его милости, я обрел общение с Харидас Такуром и желание Кришны за пределами нашего контроля. Махапрабху говорит, что Харидас Такур ушел, значит, сокровище, бриллиант, алмаз, жемчужина этой земли, она ушла. И вот сегодня мы также сегодня день ухода, также великой жемчужины Сарасват Гауди Самаджа. Сегодня вот этот день ухода такой звезды на небесах Гауди Вайшнавизма.
Up to now, до сегодняшнего дня я не видел никого, кого бы я мог сравнить с Шрила Бхакти Виген Бхарати Госвами Махараджа. That he wanted to give his association to me. I have no right to speak. He used to love me. Говорить, что он, I have no right to speak. Говорить, что он любил меня. Это нехорошо так говорить. Я не какая-то обезьяна, чтобы так говорить. Это какие качества во мне, это его величие, его милость, он хотел дать свое общение мне. Я вынужден признать, что сегодня то, что вы видите во мне, то все, чего я достиг, это благодаря Гуру Вайшнавам. Я защищен, поскольку они защищают меня. Я полностью защищен благодаря их защите. Они ушли с нашего взгляда, но они есть. Я чувствую их присутствие, их помощь, их руководство. Я не могу сравнить Шрилу Бхакти Виген Бхарати Госвами Махараджа с кем-то еще. Я не видел такой великой личности. Он был сам подобен энциклопедии Гаудия истории. Anything you ask to Bhakti Viyan Bhartima, he can speak immediately. Because one can encyclopedia. Все, что бы мы ни спрашивали у Бхакти Виген Бхарати Госвами Махараджа, он на все отвечал. Он был подобен энциклопедии. Как это возможно? 40 лет назад он кого-то видел. Maharaj, you can remember? Yes, I saw you in Chandigarh 40 years back. И вспомнил, как его зовут, где видел, когда видел, что, о чем говорили и прочего у него было. Великолепная память. Весь Сарасват Гаудия Самадж. Они все приходили к Бхакти Махараджу, чтобы проконсультироваться насчет чего-то, не только братья в Боге, даже Гуру Варга. Интуиция у него была великолепная, он был. Он был тот единственный, можно сказать, в нашем Сарасват Гаудия Матхе, он мог все проблемы решать безупречно. И самое важное, то, что я, о чем я слышал и видел, это его настроение. Служение Гуру Вайшнавам, он непрерывно говорил нам, о Махарадж, люди думают, что я ученый человек, изучал Веду, Веданту и прочее. Но я не столь образован, я очень рано пришел в Матх в 1955 году. Если люди приходили, уходили, а Бхакти Махарадж с 1955 года, как он присоединился к Гаудия Матхе, так и оставался до последних своих дней. Вот он говорит, что многие думают, что я ученый человек, но они не знают, что это все знание Сиддханты пришло ко мне благодаря общению с великими преданными с самого начала. Бхакти Махарадж говорит, это было удивительно. Гуру Махарадж всегда занимал меня в служении вайшнавам, в различных видах служения, как строительство чего-то, организация каких-то праздников, процессий, парикрам и всего остального. Поскольку такого терпения, таких способностей, которые были у Бхакти Махараджа, их очень редко можно было найти в ком-то.
И вот Шрила Бхактивиданта Вамнага Свами Махарадж. А такие личности очень редки. Невозможно. Бесконечно. И вот Бхактивиданта Мадхава Госвами Махарадж говорил, что Наротам Брамачари, он идеал для всех брамачари. Во всем этом брамачарском обществе мы можем с уверенностью сказать, или в обществе саньяси, он идеал для всех. И Мадхава Госвами Махарадж говорил, Наротам Брамачари, его идеализм уникален. Он очень терпелив, и поэтому ему дали титул, что он единственный, кто может совершать служение без малейшей усталости, с великим энтузиазмом. Мадхава Госвами wanted to give on behalf of Sava Assembly. That he is able to do tireless seva of Guru Vishnu. He is the only person to whom we can see extreme alertness. Можно сказать, что он был очень. I promise you, I'm sitting in Vyasasam. Bhartima not giving me some bribe. Осторожен, очень, в общем, замечался. Был очень бдителен. Really, I say. И действительно, он был настолько бдителен, я никогда не видел ни в ком. Бхарти Махараджа не был, куда бы он ни смотрел, понимал, что происходит. И вот несколько примеров я могу сказать о бдительности. Without having this kind of alertness, extreme alertness, how they are going to represent one after another Siddhanta, one after another, because they have extreme alertness. Guru Vaishnava naturally. Guru Vaishnava естественно имеет такую бдительность. They have eyes everywhere. У них есть глаза везде, буквально они не можем сделать видеть здесь и тут, но Guru Vaishnava могут все вокруг видеть. Не каждый может это поверить, но практический пример. Я видел в жизни Гуру Варги. И Бхарти Махараджа никогда не думал, что они мои братья в Боге, никогда не звал их так. Я всегда относился к ним как к Гуру. Я узнал очень много вещей от них. Как я могу игнорировать их? Я не предатель. Когда я и когда я откажусь от их милости, это будет причиной падения. И вот, если кто-то пытается доказать свое превосходство над Гуру Вайшнавами, это и служит причиной их падения. Bhaktivedanta writing, I can show you. Upadeshamrita, I can show you. You open the book. Bhaktivedanta speaking only those who like to collect some stool and ivory. Stool and ivory, I mean Pratishtha. Стремятся к какой-то дешевой славе. Karamagamini, Pratishtha Vagini, or Prati, you know, a stool and urine Prabhupada told. Anyway, so Bhaktivedanta used to say, и вот Бхактина такого говорил, что те, кто стремятся к какой-то дешевой славе, они игнорируют Гуру Варгу, Гуру Парампару, и начинают что-то новое. И Шрила Бхактина такого говорит, то, что они оставляют путь Шраутапанхи. Я могу объяснить о Шраутапанхе. Какой-то день это обширная тема.
then you can realize on Bhaktivinoda Thakur right. Bhaktivinoda Thakur confirmed. Вот Шрила Бхактивинода Тхакур подтверждает, что наш путь — это Шрута-панта. Шрута-панта никогда не может быть где-то в новом месте, но всегда одна едина. И те, кто хотят доказать, что мы открыли какой-то новый путь, Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что что такие люди сами ничего не достигнут, и свои последователи тоже никуда не приведут. Они могут какое-то время существовать, но ни к чему не приведут. New generation, they like to ask so many questions to you. You will have to give perfect answer. If you give wrong answer, they didn't catch you. But you are a cheater. New generation, very sensitive. Countless questions. Someday they can discover. New generation, I confirm it right now. Maybe that time I will not be here on this earth. Some days are coming after 50, another 50 years or 40 years, 50 years, 60 years, 70 years. Then new generation can come and can realize that our previous acharyas, whom we are following, he spoke all wrong. All wrong. False Siddhanta. Even, I don't know what they can, even they can break the samadhi. Because in near future they can become so ferocious. In near future our new generation becomes so ferocious. If they are going to find some flaw, fault, some duplicity, they can attack. I know. So many such examples I can give you. Practical example. You think I am going to speak something wrong. No. Practically. Who took Muslim Dharma first? Took Muslim Dharma, Saudi Arabia. His birthplace was broken and make a multi-storied, you know, hotel. 5-star, no, 10-star hotel. Broken, they're breaking. Because they realize day by day all their philosophy, all false, is going to provocate people. В общем, кто-то, ну, где-то Махарашни уточнил, где оно, в общем, кто-то, кто ислам первый принял, потом на его месте, на его могиле, в общем, все снесли, ну, последователи поняли, что их дурят, снесли все, построили какую-то забегаловку. Вот, можно наблюдать, что у людей постепенно появляется интерес к тому, чтобы узнать, откуда все началось, найти причины тех или иных явлений, движений. И вот они так все исследуют, выясняют. И так или иначе, Шрила Бхактивиган Бхарати Махарадж, он подобен звезде на небосводе Сарасват Гауди. У него был такой титул. Он был очень терпелив. Он имел бесконечное терпение. Непрерывное настроение служения. Все эти титулы были даны Бхактивиган Бхарати Госвами Махараджу. С самого начала. Если я буду говорить только о Бхарати Махараджу. Можно говорить месяц за месяцем, обсуждать его с различных точек зрения, его сиддханту, его учения. Это бесконечные темы. И вот я чувствую себя очень удачливо, что я обрел общение с ним. Бхатия Махарадж о непрерывно говорил. О Махарадж. Велик. Is my property. И вот Гуру Вайшнава, общение с Гуру Вайшнавами – это мое богатство, все, что вы находите внутри меня, это все
я обрел от великих саду. Это природа была Шрила Бхактидайта Мадхва Госвами Махараджа, даже из какой-то саду. Он, ну, в смысле, человек в одежде саду, занялся политикой, вредительством, всякими мелкими гадостями. Все равно Шрила Мадхва Госвами Махараджа, он служил им. Maharaj, he was a man. He was a man who arranged our going away from Chaitanya Mahaprabhu. You asked me to serve him? Yes, you have to serve him. You have to serve him. Even enemy. If I go on speaking in details, you can go, how possible? You cannot believe. If I go on speaking, you cannot believe. Litigation about that the Abhibhav place of Prabhupada. Вот место явления Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханта Сарасвати. Шрила Мадхва Госвами Махарадж, он был успешен в том, чтобы получить это место, он пытался просить помощи у всех братьев Боги, но никто не вызвался ему помочь. И в итоге он сам один решил это сделать. I don't like to speak because enmity is not my target. He filed one case against Bhaktivedanta Madhava Goswami. Madhava or Bhaktivedanta Radha Goswami. Еще был какой-то. So that we cannot procure that place. He wanted proof or evidence that we are the only authentic Mahat Chaitanya. Считание матха, что начал, в общем, пошел жалобу в суд, написал, что они там единственные, кто достойны получить место явления Шрилы Прабхупады. Но сами ничего не делали, естественно, только жаловались. Of Prabhupada. Just one day before. I mean, if you wait 18 hours, 18, not 24. Tomorrow, court can publish stay order of purchasing, cannot buy. You see, how Bhagavan going to help Guru Vishnu? How Guru Vishnu getting help from divine help? So, Srila Bhakti Vigyan Bharati Maharaj was such a personality. Вот Srila Bhakti Vigyan Bharati Госвами Махарадж был такой великой личностью, кто имел непосредственное знание о подлинной Гуру Вайшнава Саве. We only hear Harikatha. We cannot go deep into, we cannot go beyond any particle. Harikatha is beyond any particle. Harikatha is за пределами какой-то партийности. If I can put so much energy and I can collect so much, Gurudev become very happy. Very happy. Not that. И еще чего-то. To satisfy Guru Vaishnava, и вот чтобы Гуру Вайшнава были довольны, мы должны понять и осознать сердце Гуру Вайшнава. Чтобы осознать, нужно понять славу Шрилы Бхакти Госвами Махараджа. Многие заявляют, что мы совершили какое-то служение. Служение, чем больше вы совершаете служение, тем больше смирение развивается в вас. Done nothing. It is a nature. Even you can open Sandarbha, I can show you. Тоже Сандарбху написано, чем больше мы совершаем служение, тем больше смирения у нас возникает. After doing seva, I am the only man. I'm doing seva. What is this? Если кто-то гордится тем, что он единственный, кто совершает служение, единственный, кто проповедует, это уже говорит о том, что человек дисквалифицирован такими заявлениями. This is the nature of seva. Это природа служения. Then
И Шрила Бхакти Виган Бхарати Махарадж был таким человеком, кто он всегда хотел делать что-то для удовлетворения Гуру Вайшнав. И вот я могу привести пример. And about alertness, what to speak. So many Siddhanta. Day by day I can speak surely. One day, in Nandagaon, all devotees going there, on Nandagaon. I mean, Brajmandal Parikrama. At the key of the room of Guru Padma was there with Bharti Mata. Однажды в Нандагауне, во время Брадж-Мандал Парикрама, в 1969 году он принял саньяса и получил имя Бхакти Виган Бхарати. И тем временем он уже был в саньясе. И вот, в общем, так получилось, что ключ от комнаты Гурудева он забрал с собой. И тем временем, without taking the key без ключа, from Bharti Maharaj, Madhu Goswami is gone. В общем, Шрила Мадхава Госвами как раз куда-то, программа там закончилась, Бхарати Махараджу нужно было что-то там делать. Ну, то есть, надо было там несколько часов остаться, это он вспомнил, что ключ у него остался, а Гурудев уехал. Что же делать, если я поеду, тут надо дела, кто эти все закончит? И вот он позвал одного таксиста, тот увало, сказал, знаешь, вот где мы там, где Гуру Махарадж, бери ключ, бери деньги и иди. Быстро догони и отдай ключ. И вот этот Браджаваси взял денежку, сказал, хорошо, доеду, догоню. И вот Шрила Мадхав Госвами Махарадж приехал, надо было помыться, и вот вспомнил, что ключа нету, что же делать, ну подожду, и тем временем смотрит какой-то Браджаваси прибежал, говорит, вот ключ Бхарати Махарадж передал. И Шрила Мадхав Госвами Махарадж сказал, он настолько он бдителен, как он бдителен, все помнит, все замечает. И вот относительно издательства Харикатхи и всего остального, Бхарати Махарадж был очень бдителен. И можно найти такую бдительность в настоящего Гуру и Вайшнава. Не могу о терпении, а потом в качестве говорить очень долго. Поэтому мой Гуру Падма сказал, после того, как я уйду с этого материального мира, ты должен все вопросы свои задавать Шрила Бхарати Махараджу. Reading and dancing. Oh, nice, I bless, no problem, you publish it. Nobody can do it, it is truth. It's a fact. Now people thinking wrong. Bhartima used to say, whenever I am Bhartima going to represent some fact, я представляю I'm not speaking lie. Какой-то факт, then that kind of fact, representation of fact, cannot be treated as criticism. Не может быть. То есть, если говорить о каких-то фактах, нельзя воспринимать эти факты как критику чьей-либо адрес. Если саду говорить о каких-то фактах, это не критика. Критика – это какие-то манипуляции, гнев, зависть. Это в сторону критики относится. Если что-то просто говорит какие-то факты, как оно есть, то критики это отношение не имеет. So you see,
И вот Шрила Бхактивиданта Мадхва-Госвами Раджа после Шрилы Прабхупады он организовал праздник в Кумба, во время этой Кумбхамела. Так много случаев. Мадхва-Госвами Раджа сердце очень широко и велико, но все же какие-то люди критикуют его. Это очень плачевно. Мадхва-Госвами Раджа никогда не спорил, не боролся с кем-то, но все равно какие-то завистники находились всегда, всегда приглашал всех. И тем временем наш Бхакти-Вичара Джаджава Госвами Махарадж, он решил на Кумбхамелу с каким-то севаком поехать, причем никого не предупредил. И вот они письмо получили от Джаджава Махарадж, что завтра приезжают на Кумбхамелу. Все опечалились, и он предупредил, что занято, куда его постоянно в последний момент приходит. Бхакти Махарадж узнал об этом и сказал, что о чем вы беспокоитесь, но тут Джаджа Махарадж завтра приезжает, куда его селить. Что ж вы беспокоитесь? Не беспокойтесь, Вайшнава приходит к нам, это великая удача, мы должны быть счастливы. Я уступлю ему свое место, успокойтесь. Если я буду продолжать говорить о терпении и настроении служения Шрилы Бхакти Махараджа, даже если у меня было 100 голов, я не смог бы прославить Шрилу Бхакти Махараджа. Вот сегодня мы беспомощны без его милости. Много раз я хотел написать книгу о хотел разделить Самбанту Пидею Прайоджану. И вот я писал какие-то статьи, когда Бхакти Махарадж хотел консультировался, в какую категорию отнести вот ту или иную статью. Бхакти Махарадж называл их и категорию говорил в Абхидею или в Самбанту или еще куда-то отнести ту или иную статью. И где таких великих саду найти? Сегодня мы плачем, я рву на себе волосы. Мы хотим обрести таких великих саду. Столь прекрасно, когда бы не приходил к Бхакти Махарадж, я чувствовал какое-то удовлетворение. Куда же пойти, чтобы обрести помощь и поддержку на своем духовном пути, но он здесь, он помогает нам как-то с того мира и отвечает на наши молитвы, иначе как я мог без его помощи решать все проблемы, весь мир буквально ополчился против меня из-за того, что я говорю абсолютную правду. Я пытался доказать, что я не их враг, но без толку. И вот по милости нашего Гуру Варга и Шикша Гуру Варга я пообещал, что до последнего своего дня я буду использовать свою силу, которая дана им для правильного направления. Сила Намачарья Харидас Такур ки джай, тадио нирджан титивара махамахотсав ки джай, джай Сила Бхакти Вигьян Бхарати Госвами Махарадж ки джай, тадио нирджан титивара махамахотсав ки джай, Гаур Премананде Хари Хари Бол. So you bring the prasadam, you keep. Durga me pathi me
Andhasya skhalat padir, padir gatur muhu, kipa, sa kipa justi danena, santaha santu avalammanam, bancha kalpatrashi kipas. Atitanam pavana kipas. I mean, Goshala, there is some seva going on. So I have to pay there, night time, no time. Come in front of me. Hey, you come in front of me. Take prasadam. It is the prasadam of Bharati Maharaj. Be careful. Jai Bharati Maharaj, you can speak and take. This ma. For after a long time you are coming. Oh, well, this. Take prasadam. Money is the topmost dirty thing. Why? Money going everywhere. I have seen. Those are cutting meat with blood and they are touching money. Yes. That's why I never touch money. Sometimes I am bound to touch because I will have to pay to labor. But usually